ребята, привет! Меня зовут Рави Закиров, и мы начинаем! Надеюсь, вы поняли, что это видеоблог. Я расскажу вам, что произошло со мной на этой неделе. Я расскажу вам, что я делал. 7 декабря у нас итоговое сочинение по русскому языку. Но я не волнуюсь, потому что знаю, как это писать. И удачи всем 11-классникам. И удачи всем... Короче, удачи всем. На этой неделе должен был состояться концерт Мегеншпиль. К сожалению, отменили, потому что они заболели. Но ничего, концерт обязательно будет. А пока я снял видео для них. Посмотрите. На этой неделе у нас был концерт, большой концерт, и это было просто шикарно. Я там пел, и я вам покажу этот фрагмент. Если вам понравится, обязательно лайки. Просто ко мне сделай шаг. Где музыка, маэстро? Звезда я моя. Мои люди. Ну что ж, вот и все. Это все, что я хотел вам показать, рассказать. Если вам понравился, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И
я обязательно расскажу вам, почему 4 месяца я не снимал видео. Обязательно расскажу. А пока все. Пока. Еще немножко обо мне. Вперед! Я не лягу под ноги тебе. Никогда. Никогда. Что? Я вот так? Вот так, раненый в сердце тобой, буду страдать. Кстати, вы помните Лилит Армагеддян? Да-да, ту девушку. На днях она прислала мне видео и обязательно просила вам показать. Надеюсь, вы поймете, что это. Ни хао. Ни хао.